В Алматы от общественной организации «Ул Тағдыры» в качестве претендента на пост главы государства представили Амиржана Хосанова. Решение было принято после совместного обсуждения и голосования. Хосанов заявил, что готов к такому решительному шагу и уже в ближайшие дни подаст документы в Центральную избирательную комиссию. Предлагая кандидатуру Амиржана Хосанова, общественное объединение определило четкую программу. Основные акценты на социальной стабильности, сохранении национальных ценностей и культуры. Также необходимо учитывать право населения на сохранение уникальной национальной идентичности и следование демократическим принципам. Сам Амиржан Хосанов не является членом нашей организации, но мы предложили ему выдвинуться от нас в качестве претендента в кандидаты. По мнению собравшихся, Амиржан Хосанов обладает достаточными знаниями и опытом. Он один из тех, кто прошел политическую школу. Являясь одним из тех, кто много лет жил в демократической среде и прошел большую школу жизни в политике, руководил крупными организациями и масштабными движениями. Амиржан Хосанов родился в 1964 году. Профессиональный журналист и политолог. 6 лет проработал на госслужбе. Владимир Бовкис, Аршин Кемелжан, Канат Каматаев, Алматы, Хабар 24.